многих интересует вопрос, в какие грунты лучше пересадить комнатные фиалки или синполии. В магазинах на данный момент существует огромный выбор разнообразных грунтов. Разумеется, лучше использовать специализированные грунты, и для фиалок в том числе, так как они имеют определенный химический состав и определенную кислотность, подходящую именно для данного вида растений. Среди большого ассортимента грунтов особой популярностью пользуются грунты производителей Гера, Фаска и Лама Торф. Все они отличаются тем, что имеют слабокислый уровень кислотности. Как же следует пересаживать фиалки? Для начала нам нужно вытащить растение из старого горшка, который стал ему уже тесен. Как же лучше вынуть растение из старого горшка, чтобы не повредить корни? Можно немного обжать горшок вокруг растения, и тогда земляной ком легко отделится. Или можно достать земляной ком при помощи палочки. На дно горшка помещаем слой дренажа 2-3 см. Затем насыпаем небольшое количество специализированного грунта на дно горшка и размещаем на нем растение, распределяя корни, или помещаем старый земляной ком. В таком случае у нас получается перевалка. После того, как мы поместили растение на дно горшка, досыпаем недостающий грунт сверху, не доходя до края горшка, 1-2 сантиметра. После пересадки землю в горшке следует уплотнить. Сделать это можно, постукивая горшок о край стола или при помощи деревянной палочки и колышка. Землю следует уплотнить до такой степени, чтобы не было пустот. Фиалки требуют умеренного полива и не терпят застоя воды у корней. Поэтому поливать их следует либо по стенкам горшка, либо наливая воду в поддон в небольшом количестве. В следующий раз мы поговорим об удобрениях, которые подходят именно для фиалок.